Всем любителям корейской косметики большой привет! Сегодня хочу сделать краткий обзор на тушь бренда Farmstay. Называется она Visible Difference Volume Up. Название туши говорит само за себя, что она идет объемная. Объемная, и даже в описании указано, что супер объемная. Якобы у вас появится невероятный объем сразу же после первого нанесения. Также в составе данной туши есть кератин присутствует, который заботится о наших ресничках. Также она представлена как не просто черная, а угольно-черная. Давайте покажу вам кисточку. Тушь уже у меня закончилась. Это у меня вроде как пустые баночки, но решила сделать такой краткий обзор. В общем, щеточка силиконовая. Фокус, как всегда, гуляет. Ворсинки у данной щеточки, они такие вот умеренно редкие, то есть не совсем густые и средней, скажем так, средней длины. Такая довольно жесткая кисточка, но она удобная, ее удобно вообще держать в руках, удобно прокрашивать реснички. Изначально консистенция у данной туши жидковатая, но потом в процессе уже использования тушь раскрашивается, немножечко густеет и консистенция становится оптимальная. Аромат у данного продукта спокойный, ненавязчивый, характерный для классической туши. Дизайн можете посмотреть, он тоже в принципе не кричащий. Ну, если не брать во внимание вот этот вот желтый яркий цвет. Футляр помещался в картонную коробку, которую я уже, к сожалению, выбросила. Теперь по свойствам. Тот экстремальный объем, который обещает производитель, данная тушь мне не давала с первого нанесения. Поэтому для того, чтобы мне получить тот объем, который мне нравится, приходилось наносить в 2-3 слоя. Здесь главное не замешкаться, чтобы тушь не успела подсохнуть. Если вы все сделаете правильно, у вас действительно будут хорошие такие реснички. И тушь действительно не оставляет никаких комочков абсолютно и дает идеальное разделение. Очень такого небывалой длины данная тушь тоже не дает. Но удлиняет она, в принципе, неплохо. Мне вот этой длины хватало. По поводу того, что тушь заявлена как угольно-черная, я могу сказать, что она обычная. У меня были и угольно-черные туши, прям действительно такие вот черные реснички получались. Здесь тушь обычная черная. Также хотелось бы отметить, что данный продукт не заявлен как водостойкий, но эта тушь себя ведет как 100% водостойкая. При контакте с водой абсолютно она не размазывается, не растекается, нет эффекта панды под глазами. Но небольшие будут трудности у вас именно со снятием макияжа, так как мицеллярка с этой тушью не справляется, холодная вода тоже. Только при контакте с теплой водой она начинает смываться. И то смывается не как классическая тушь, да, а вот так вот она как резиновая, как будто бы вот такими комочками отходит. Можно даже без пенки для умывания, если есть теплая вода, ее можно вот так вот просто намочить и снять руками. Кому-то может это не понравится. Вначале я тоже как-то мне это не было особо комфортно. Ну, просто необычно. Потом я уже привыкла. И тушь в течение дня вообще не осыпается. Даже когда она уже начинает заканчиваться, подсыхать, на ресницах она не осыпается. Хочу сказать, что если брать во внимание, что она стоит ну, совсем небольшие деньги, это такая бюджетная тушь, то, в принципе, вариант неплохой. Специально я ее искать где-то покупать вновь не буду, но если встречу, то обязательно приобрету, почему бы и нет. Всем пока, до встречи в следующем видео.